Мне кажется, на всех уровнях успели поговорить об этой игре. Ажиотаж космический у этого матча и, конечно, аншлаг сегодня будет. Мы ждем свистка к началу увлекательного сражения. Манчестер Сити против Тоттенхэма. Этихад, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича и меня, Георгий Чертанцев. Да, Георгий, ты абсолютно прав, и мы в ожидании действительно хорошего матча. Сегодня Манчестер Сити встречается с Тоттенхэмом. Итак, все готово к началу матча. Еще несколько секунд, и мяч начнет искать путь к воротам. Отличный заход, Георгий. И давай, пока еще есть время, пожелаем удачи обеим командам. Она им сегодня понадобится. Очень высокая плотность верхней части таблицы на данном этапе. Не удается ни одной команде уйти в отрыв. Если так и дальше пойдет, Георгий, концовка чемпионата будет ого-го. Смотрим состав Манчестер Сити. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Манчестер Сити разыграл мяч в центре поля, и игра началась. Рахим Стерлинг. Есть вариант развития атаки. Рахим Стерлинг. Пауло Дибал. Менди. Эмерик Лапорт. Отамень. Кайл Уокер. Кевин Де Брюйн. Жезус. Есть время и пространство для навеса. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. Так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательными. Азар. Жезус. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание ворот. Канте! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Кристиан Эриксен. Мяч перешел к другой команде. Муса Сисоко. Защита первая на мяче. Вынос. Азар. Бросает Манчестер Сити. Кайл Уокер. Рахим Стерлинг. Вперед идет атака. Интересно может быть. Навешивать надо. Не дает этой атаке оборона развиться. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. И подает в штрафную. Выбит мяч из штрафной. Рахим Стерлинг. Кевин Де Брюйн. Пауло Дибал. Азар. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Кевин Де Брюйн. Эден Азар. Утащил один удар, но может быть и второй. Правым
мы еще раз говорим голкиперу, героически сражается за свою команду. Тьяго. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Кайл Уокер. Кевин Дебрейн. Эриксон. Санчес. Мусаси Сок. Сон Хюнмин. Вот это передача Харри Кейна. Браво! Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово. Безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Эден Асар. Не сумел сделать точный пас Азар. Сон Хын Мин. Эриксон. Тьяго. Рахим Стерлин. Пауло Дибала. Потери и у соперников мяч. Кевин Де Брюйн. Жезус. Пауло Дибала. Де Брюйн. Эден Азар. Эден Азар красиво оставил соперника позади. Рахим Стерлин. Дибала. Пас на Кевина Де Брюйне. Можно навешать. Справились игроки обороны. Могут перевести дух. Дибал. Стерлинг. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. С углового подает Де Брюйне. Мяч в атаке. Что дальше будет? Рахим Стерлинг. Неточная следует передача. И команда теряет мяч. Хорошо увидел партнера впереди. Прошла передача. Кристиан Эриксон с мячом. Опасно! Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Тьяго. Муса Сисоко. На пару решили разыграть эту комбинацию. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И мяч. Харри Кейн. Нужно забивать и выходить вперед. Опять мяч в штангу попадает. Де Брюйне. Жезус. Пауло Дибал. Кевин Де Брюйн. Кайл Уокер. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. От души по мячу он приложился. Эриксон. Кейн. Тьяго Алькантара. Харри Кейн. Забирает мяч голкипер. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Кайл Уокер. Жезус. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Тоттенхэм начинает второй тайм с центра поля. Кристиан Эриксен. Азар. Жезус. Кевин Де Брюйн. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эриксон. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. И вот потери в центре поля. В первом тайме он был едва заметен. Ну что, не удалось ему заметить первые 45 минут, хотя он был очень близок к этому. Пока ничья,
скорее надо идти вперед, времени-то еще предостаточно. Потери и у соперника. Азар. Паулу Дибал. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Можно забивать. Пас. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Де Брюйне. Габриэль Жезус отработал назад, чтобы наконец получить мяч. Сон Хын Мин. Жезус. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Тьяго. Харри Кейн. Перехват в центральной зоне. Рахим Стерн. Смещается в центр. Ищет возможность пробить. И за боковой мяч ведут в игру футболисты Манчестер Сити. Рахим Стерн. Есть вариант для паса. Н'Голо Канте. Азар. Пас на Паулу Дибал. Де Брюйне! Очень близко, но не точно. И все еще ничья у нас. Робертсон. Сон Хын Мин. Эриксон. Тьяго. Харри Кейн. Муса Сисоко. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Аут бросает Манчестер Сити. Эден Азар. Н'Голо Канте. Кевин Де Брюйн. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Свисток арбитра угловой. С углового подает Дибал. Выбит мяч из штрафной. Менди. Дибал. Н'Голо Канте. Жезус. Эбрюйне! Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба, и поэтому ведет за собой своих партнеров. 1-0 в нашей игре. Манчестер Сити гол! Номер 17. Ян Фертон. Кевин Де Брюйне. Кристиан Эриксон. Харри Кейн. Муса Сисоко. Прочитал передачу это назад. Эмерик Ляпорт. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Пауло Дибала. Пауло Дибала. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Перекладина. Но мяч в игре. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Уже два гола он сегодня забил. И кто знает, может быть, мы увидим хет-трик. Отыграться теперь будет труднее. Санчес. Четверть часа еще играть команда. Жезус. Кевин Де Брюйне увидел вариант для передачи, но выполнил плохо. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Хороший пас во фланг. Робертсон.
И открывается партнер под атаку. Подача. Чей мяч будет? И мяч в воздухе после такого выноса. Жезус. Азар на фланге. Никто ему не мешает. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. 81-я минута. Пауло Дибала. Жезус. Дибала. Потери и у соперника. Тьяго. Эриксон. Кристиан Эриксон. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Навес не получился. Мяч будет введен. В игру ударом от ворот. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Венди. Давид Сильва. Эден Азар. Мяч у Дели Алли. Мусаси Сок. Эриксон. Тьяго. Дели Алли. Кристиан Эриксон. Сон Хюнмин. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Эриксон будет бить. Это вы. Эриксон! Хороший удар. В сантиметрах над перекладиной пролетел мяч. Чуть пониже, и мяч точно попал бы в сетку. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. 3 минуты будет добавлено. Дели Алли. Санчес. Бендер. Эриксон. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто-то не успеет первым. О, навязывают ему борьбу. Все, нет больше времени в матче. Манчестер Сити празднует победу. Хорошая игра. Не сказать, что очень легко далась им эта победа, но бились, вышли и выполнили установку. Ну и самое главное, то, что команда стремилась к этим очкам своей турнирной таблицы. Отлично настроились и все решили. Вот интересно, Кевин Де Брюйне как сегодня выступил, Константин, на площади? Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас. У него есть повод расстроиться, он очень много сегодня забил, но команда все равно проиграла. Один раз неплохо проиграл.